вот здесь был найден документ, тоже устав некой общины, который был содержан. Все смысл. Близко к Дамасскому кодексу. Стало быть, речь, вероятно, идет об одной и той же группе, об одной и той же секте, которая различными вот такими общинами, поселками жила во многих местах. Часть, вероятно, была в Дамаске, возможно, часть была здесь. Мы точно знаем, что ессеи жили в районе Иерусалима, и не случайно там...